Девятый день нашего велоэкшена. У нас здесь начинается дождь. Сейчас пастор поедет на служение. У него будет марафон по служениям. Служение 5-6 они проедут. А парни поедут крутить педали. 100 километров сначала, 70 потом. Вот так мы будем ехать. Нас остановили ДПСники. Мы нарушили правила в колонне. Вот. Не думаю, что нас надо было обязательно останавливать. Мы сейчас решаемся. Решается все, узнаем, что будет. Аишники нас в итоге не тронули. Пацаны тут решили сделать остановку, пока мы не видели. Мы еще в дороге, мы не встаемся. Да. Еще 45 километров рулить. Еще нарулим. Промаслав около 80 километров, даже 90. Мы устали, заехали в кафе выпить чаю и покушать. Вот здесь мы остановились. Продолжим, и еще нас ждет 100 километров, но мы их, наверное, не проедем. Последние километры сегодняшнего дня. Пацаны едут уже то ли 170, то ли 190 километров. Это рекорд. Остались последние километры. 10 километров проехали, конечно, устали. Вон вышка уже, вон вышка, вон вот так. Они доехали. Они доехали. Сколько вы проехали? 170 или 190? 200. Андрей, как ты, Андрей? Как ты доехал? Я 190 километров в машине просидел. Ребята, просто мы не повесим сегодня. Коля, ты герой! Ты побил рекорд! Коля недоволен. От меня тебе подарок. Уважуха конкретно, а? Давайте в машину! До Уфы доедешь до утра! 200 километров, 200, это вам не шутки. Велики положили в машину, быстро! Да, кстати, мы въехали в Камышлу, или в Камышлу, я точно не знаю. Вот. Будем здесь ночевать в этом, в интернате. Вот. Мы в селе Камышла, конец дня. Вот будем засыпать в интернате в этом спортзале. Россия вперед, Россия без сирот.